Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Македонский нападающий Адис Яхович вместе с одноклубником и капитаном «Крыльев Советов» Иваном Тарановым за 2 часа до вечерней тренировки нашли время встретиться со своими фанатами на универсальной спортплощадке. Поэтому скучать было некогда. Звезды предложили поиграть в мини-футбол, стритбол, поучаствовать в викторине. А в перерывах рассказали, как они с командой проводят лето. Есть много интенсивной и сильной тренировки. Поедем сейчас на сбор в Бельгии и Голландии, там есть будут новые хорошие товарищеские игры, и надо готовиться на сезон. Футболисты «Крыльев» провели конкурсы с олимпийским девизом «Главное не победа, а главное участие». Любой, у кого хватило смелости забить мяч в ворота или баскетбольное кольцо, получили приз – футбольный мяч. Я еще волонтер «Крыльев». Вот, в общем, верна клубу во всем, можно так сказать. И сестру свою маленькую привела к клану в футбол, так что она продолжит мою династию болельщиц. У фанатов «Крыльев Советов» иные правила игры. Для любителей футбола главное не участие, а победа родного клуба в чемпионате страны. Поэтому, когда из 140 лотерейных билетов победил только один, и счастливчик получил годовой абонемент на домашние игры «Крыльев», эмоции не знали границ. Я вообще, наверное, на 7-м небе. Очень рада. Ну, я вообще любила, ну, мы раньше вообще постоянно с семьей ходили на стадион, болели за нашу команду. Столько победы ждем от них. Надеюсь, да, и желаю ему, чтобы они побеждали. Ну, всего хорошего, чтобы они играли в полную силу, старались, а мы за них будем болеть. Кульминацией первой встречи в этом сезоне болельщиков с игроками «Крыльев Советов» стала фото- и автограф-сессия. Без сувенира от звезды футбола никто не ушел. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.